Дорога межмуниципального значения Фурманов-Дуляпино-Песцово попала в план ремонтных работ после встречи губернатора с жителями Фурмановского района. Она связывает село с районным центром. Здесь ездит общественный транспорт и школьные автобусы. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали почти 10 километров полотна. Стоимость работ составила более 96 миллионов рублей. Щумовое покрытие с применением битумно-полимерной ленты. Собственно, начали работы в мае, закончили в июне. Сейчас нанесена разметка полностью, установлены дорожные знаки, все обустройство пути. Зашили в рамках программы повышения безопасности дорожного движения, зашили все повороты и зоны с ограниченной видимостью, сплошной линии, установили запрещающие знаки обгона.